Добрый день. Второй день театрального карантина. Отмененному спектаклю «13-й апостол» посвящается Владимир Владимирович Маяковский. Актуальненькое. Простите, не наизусть, читаю с листа. В любом учреждении, куда ни припожалуйте, слышен ладони скрип. Это при помощи рукопожатий люди разносят грипп. Но бацилла ни одна не имеет права лезть на тебя без визы наркомздрава. И над канцелярией в проседочной теме висит объявление следующей сути. Ввиду эпидемии руку друг другу зря не суйте. А под плакатом пом главбуха, робкий, как рябчик, и вежливый пуха. Прочел чиновник слова плакатца, решил не жать на плакат. Полагаться не умирать же. И как мышонок заерзал, шурша в этажах бумажонок. И вдруг на чканц учреждения оного пришел какой-то бумаги касательно, сует, сообразно чинам подчиненного, кому безымянный, кому указательный. Ушла в исходящий душа помбуха, и вдруг над помбухом в самое ухо: «Товарищ, как вас?» «Неважно, здрасте» и ручка. Власть ничем любимая в страсти. Рассказывайте вашей тете, что вы и тут руки не пожмете. Какой там принцип? Мы служащие, мы не принцы. И палец затем в ладони обе, забыв обо всем и о микробе. Знаком ли товарищеский этот жест вам? Блаженство. На завтра помылся, но было поздно. Пом главбуха уже гриппозный. Сует термометр во все подмышки 38 и даже лишки. Бедняге врач не помог ничем. Бедняга в кроватку лег. Бедняга сгорел, как горит на свече порхающий мотылек. Я в жизни суровую школу прошел. Я разным условностям враг. А жил он, по-моему, нехорошо. И умер, как дурак. Берегите себя и близких. Шел второй день театрального карантина. Держитесь.